Подожди. Возможно, из полиции. Алло. Слушай, брат, мы нашли Али. Где он? На складе. Будьте там, я еду. Ну давайте, давайте, заходите сюда! Заходите, все! Все заходите! Давайте, идемте! Идите сюда! Иди сюда, и ты! Вот так вот, видишь? Я Али Щипцы! Али Щипцы, сволочи! Смотри, смотри! Видишь? Я сделал то, что говорил! Я сделал! Видишь, я сделал! Я сделал то, что обещал сам себе! Я сдержал слово! Сдержал! Хватит! Больше не смотрите на меня! Не смотрите! Я сдержал свое слово! Я сдержал свое слово! Не смотрите на меня! Я сдержал свое слово. Отпустите его. Выйдите все. Брат Али. Я не пойду. Я не сяду в тюрьму, Омер. Я не сяду в тюрьму. Брат Али, решение за тобой. Только ты сейчас решаешь. Правда? Ты говоришь правду, Омер? Если не захочешь, никто насильно тебя не отправит. Но только, пожалуйста, объясни мне, брат Али. Почему, брат Али? Почему ты сделал это? Я дал слово. Потому что я дал слово, братишка. Тайна, которую скрывает человек. За самым большим злом за яростью и гневом за предательством скрываются не амбиции и эгоизм, что случилось? Разбитые сердца и стыд.
Сначала я сбегу отсюда. Потом к тебе придет человек, и он скажет: это сделал я. Он расскажет правду. Ты посмотришь ему в глаза и поймешь, что он говорит правду. Но за это тебя не поздравят в твоем отделе. Они скажут: Айзель, он тоже виновен. Они не дадут тебе сказать. Они будут настаивать на вине Эзеля. Они предоставят тебе новые сведения. Потому что им не нужна справедливость, комиссар. Все, чего они хотят, это власть. Ты сказал мне, что ты не такой, как они. Их желание сделать тебя таким, как они. Хорошо. Хорошо, еду.